Отремонтировано 17 окон, закрыт тепловой контур полностью. С завтрашнего дня приступают к монтажу новых окон, те, которые пострадали, восстановлению не подлежат. И завтра приступают к текущему ремонту помещений, которые также пострадали. Большая емкость, которая 2,5 куба, от взрыва она перешла в аварийное состояние. Из горизонтального она упала на дно. Дно было повреждено, ударной волной были перерублены у нее все трубопроводы, но именно взрыв ее не произошел. Там стенки не обтирайтесь. И как только пошел дымок, вот вы станки по правилам, стены улицы, они не хранятся внутри, потому что это опасно.